Здравствуйте, уважаемые друзья. Все приветствуют телеканал «Ля Минор». Меня зовут Дмитрий Широков. Начинаем программу под названием «К нам приехал». Итак, часовой концерт здесь у нас на площадке телеканала «Ля Минор» дает сегодня Сергей Ноябрьский. Я приду, как гость нежданной, зимней стужею, спрятав розы в полы старого пальто. За дверями голос скомканный, разбуженный, гулким эхом отзовется кто. И губами от волнения, враз засохшими, прошепчу чуть слышно: «Здравствуй, это я!» И волнение смешают зимы с веснами, и в объятиях запоет душа моя. Как много дней с тобою мы не виделись, как много по водкам сошло земли и снегом. Ты видишь, жизнь на нас с тобою не обиделась. Не говори мне ничего, не надо слов. И ты как прежде, как тогда, засуетишься у небогатого и скромного стола. И как-то в раз преобразившись, заискришься и тихо скажешь: «Как же я тебя ждала!» Текли в немом однообразии недели, менялся облик снятых наскоро квартиры, как замужние подружки надоели, вцепившись в свой семейный и непрочный мир. Как много дней с тобою мы не виделись, как много по водкам сошло земли и снегов. Ты видишь, жизнь на нас с тобою не обиделась. Не говори мне ничего, не надо слов. Как и ты, я жил судьбой необласканный, терял друзей и наживал себе врагов. Жизнь смеялась надо мной и злыми красками малевала на холстах моих богов. Что ж, давай утопим наши расставания, не жалея в этом налитом вине. И пусть сливаются забытыми признаниями два очертания в зашторенном окне. Как много дней с тобою мы не виделись, как много по водкам сошло земли и снегов. Ты видишь, жизнь на нас с тобою не обиделась. Не говори мне ничего, не надо слов. Как жила, спросить бы надо, да не хочется. Грим морщинками наложен на лицо, паутинки в волосах, как дым по осени, и на левой разведенное кольцо. И кроватки двух сердец пока что маленькие, и в углу игрушек скомканный бардак. А в глазах немым укором чувств проталинки. Ну что мы в жизни это сделали не так? Как много дней с тобою мы не виделись, как много по водкам сошло земли и снегов. Ты видишь, жизнь на нас с тобою не обиделась. Не говори мне ничего, не надо слов. Как много дней с тобою мы не виделись, как много по водкам сошло земли и снегов. Ты видишь, жизнь на нас с тобою не обиделась. Не говори мне ничего, не надо слов. Друзья, продолжим программу. Сергей Ноябрьский у нас в гостях. Здравствуйте, уважаемые господа музыканты. Сереж, знакомь со своими друзьями, с кем ты пришел. Замечательная бэк-вокалистка, она же исполнительница, у нее есть свои песни. Дарья Безручка. Композитор, поэт, мой помощник, звукорежиссер. Замечательный человек, который помогает мне и в моих песнях. Андрей Кошкин. Очень приятно. Скажи, пожалуйста, какую программу сегодня приготовил для выступления на телеканале? Я сегодня буду знакомить с новыми песнями и немножко познакомлюсь с теми поэтами, с которыми я в последнее время общаюсь. С поэтами? Да, с поэтами. Ага. Я не только пишу свои песни, но и общаюсь с поэтами, мне предлагают песни. Буквально вот эта песня «Гостья», она написана Сергеем Губановым. Стихи Сергея Губанова.
Сереж, скажи, пожалуйста, коротко, если бы тебя попросили коротко представиться, да, вот, насколько я понимаю, Ноябрьский — это псевдоним, потому Сибирь и город Ноябрьск. Да. Не ошибаюсь. Север. Север. Да. И город Ноябрьск. Скажи, пожалуйста, как давно занимаешься профессиональной работой исполнителя? Я участвовал недавно в одном концерте, и меня одна женщина представила очень хорошо. Знаешь, подходит ко мне за кулисы и говорит: как вас представить? Я говорю: попроще, потому что много артистов. Она говорит: хорошо. Выходит, говорит: дамы и господа, незаслуженный, ненародный, но всеми горячо любимый Сергей Ноябрьский. Молодец, да? Молодец, смотрит телеканал «Ля минор», мы так часто представляем артистов. А Ноябрьский, потому что в 92-м году я попал в этот город, и в каждом городе есть свои звезды. Там Кемеровский, в Кемерово, там Ноябрьский, в Ноябрьский. Вот, и меня окрестили Ноябрьским. Я стал звездой города Ноябрьский. Вот так как бы пишу под псевдонимом Ноябрьский. Ты знаешь, в свое время у меня был случай, когда мне на радио звонили несколько музыкантов, и человек, который принимал звонки предварительно, прежде чем их передать мне уже, когда я вышел из кабинета, я спросил: слушай, что такое? Мне в этот день позвонил Самарский, Одесский. Алтайский, наверное? Нет. В каждом, да. Да. А заключительным был звонок Ивана Московского. Поэтому он подошел и так сказал: слушай, а в вашем жанре это вообще как бы там другие фамилии встречаются? Ну, видимо, встречаются. Я не хотел поменять как бы псевдоним, но дело в том, что песня, ее же как бы вот она вышла в народ и окрестила как бы Ноябрьским, понимаешь, и все уже. Да нет, но естественно... Менять что-то зачем? Менять бессмысленно, потому что об этом нужно всегда думать сразу, потому что... А вдруг та песня, которая зазвучала, она и стала главным хитом, кто знает. Друзья, продолжаем сегодняшнюю программу, продолжаем знакомиться с творчеством Сергея Ноябрьского. Моя любимая следующая песня. Сереж, если есть какие-то слова, или ты хочешь акцентировать внимание на времени выхода песни или с какого-то альбома, будем только рады. Моя любимая посвящается всем женщинам. О, как. Вот и все. Дождик бьет на мостовой листья, ветер рваные клочки носит, словно кто-то написал кистью нас с тобой, а за окном осень. На столе цветы, хрусталь, свечи, мы с тобой как два крыла рядом. Мы с тобой душа к душе вместе. Я черты твои ловлю взглядом. Такая грешная, как ночь, и недоступная. То гонишь прочь, то позовешь, то неприступная. Такая строгая, серьезная и мнимая, моя любимая, моя любимая. Такая терпкая и горькая, и сладкая. То улыбнешься, то кажешься загадкой. Такая нежная, смешная и ранимая, моя любимая, моя любимая. Без тебя день не день, знаешь. Без тебя ночь не ночь, слышишь. Ты в руках моих, как лед, таешь. Засыпая, как дитя, дышишь. Такая грешная, как ночь, и недоступная. То гонишь прочь, то позовешь, то неприступная. Такая строгая, серьезная и мнимая,
любимая, моя любимая, такая терпкая и горькая, и сладкая. То улыбнешься мне, то кажешься загадкой, такая нежная, смешная и ранимая, моя любимая. Глядя на трек-лист сегодняшней программы, уважаемые друзья, прихожу к мнению, что, в общем, песня-то в основном про любовь. В основном. Это и общая направленность всего творчества, всего того, что ты делаешь? У меня 7 альбомов записанных, и первые альбомы, они были направлены именно на шансон. Угу. Вот. Но так как время поменялось... Ну, но нормальный шансон или так? Был и такой шансон, и нормальный. Да, потому что «Север» в основном, он отличается от... Ну, Подмосковье и Урала, да, именно жанром. Поэтому как бы и жанровые песни там звучат больше. Вот. А так как я живу уже в Москве на протяжении 10 лет, и меня воспринимают так, как воспринимают как артиста эстрадного шансона, я немножко перебазировался на лирическую такую тему, посвященную, да. Ну, ты жалеешь о том, что пришлось? Да нет, время так, пришло. Это пришлось, наверное, или просто это точка развития? Дело в том, что пишешь, когда запишешь альбом, получается, как бы ты, может быть, себя исчерпал в этом жанре и попробовал там в другом жанре. И вот у меня как будто этот жанр, он немножко меня как бы облагораживает. Ну, да. Больше, ты знаешь, ближе мне, ближе. Знаешь, вот должен сказать, что, на мой взгляд, вот наиболее адекватно и по-честному писать вот сейчас, в 2012-2011 году, именно в жанре такого жесткого, в жестком жанре, жанровой песни такой, да, не знаю, мне кажется, получается только у Дюмы, у Саши Дюмина, и, пожалуй, ну, может быть, там еще одна... Бутырка звучит как бы. Одна-две фамилии может стать рядом. Сегодня в основном звучат лирические песни, посвященные самому лучшему чувству любви к родине, любви, в общем, любви ко всему, что можно так или иначе любить. Да. Смотри, моя любимая была. Теперь родная? Теперь родная. Стану я рассвет, ты моей надежды, лучик долгожданный, и тебя прекрасней в мире нет. Для тебя у осени дождливой украду я солнечные дни. Пусть тебе расскажет тонкая рябина, что не жить мне без твоей любви. Готов я бросить этот мир твоим ногам.
встреч, пусть улыбнется в этой жизни счастье нам. Я никому тебе, родная, не отдам. Для тебя одной зима растет в поле белоснежную постель, и споют под вечер января метели, как хочу я нежности твоей. Для тебя черемухой душистой зацветет за окнами весна, и прошепчет речка в дымке серебристой, как ты мне, любимая, нужна. Я никому тебя, родная, не отдам. Готов я бросить этот мир твоим ногам. В лугах над местом наших встреч цветную радугу зажечь, пусть улыбнется в этой жизни счастье нам. Я никому тебя, родная, не отдам. Пусть улыбнется в этой жизни счастье нам. Я никому тебя, родная, не отдам. Готов я бросить этот мир твоим ногам. В лугах над местом наших встреч цветную радугу зажечь. Пусть улыбнется в этой жизни счастье нам. Я никому тебя, родная, не отдам. Не отдам. Не отдам. Друзья, продолжаем программу. К нам приехал, и сегодня у нас в гостях Сергей Ноябрьский со своими замечательными друзьями. Дарят свои новые и не очень новые песни. В общем, знакомимся с творчеством. Сереж, скажи, пожалуйста, как представлена твоя жизнь в интернете? Есть ли у тебя свой сайт, своя страница? Можно ли с тобой там общаться? И, что, и если есть сайт, то что там происходит? У меня есть свой сайт, ноябрьский.ру. Значит, он уже обновлен. Долгое время как-то я с ним не занимался. Потом есть в моем мире, ВКонтакте, в Яндексе, я везде есть. То есть набираешь Сергей Ноябрьский, сразу первая строчка. То есть житель мира. Житель, да. Житель, нет, как называется? Житель виртуального мира. Да, житель. Может быть, сожитель. Нет, там... С миром-то как-то... Нет, там... Нет, сожительствовать с виртуальным миром еще пока не научились так. Плотно-то так, только начинаем. Житель, да. То есть представлен плотно, сам отвечаешь на вопросы... Бывает сам, когда время есть... Угу. Бывает, и директор отвечает на вопросы. Но, тем не менее, жизнь идет. В общем, да. Если человек задал какой-то вопрос... Да, то... Все новинки сразу появляются на сайте. В качестве? В каком? В хорошем смысле. Ну, то есть можно качнуть и... Можно качнуть и... В пиратский сборник и оба? Это уже давным-давно. Пираты сразу. Слушай, а... Торгуют там... А ты собираешь сборники, в которых... Ну, просто сборники со своим участием. Ну, так, на пластинке. А, ну, раньше собирал, сейчас как бы... А что, уже... Место закончилось в доме. Нет, раньше как бы, ну, так смотрел сборник, там, Сергей Ноябрьский, очень приятно, как бы. А сейчас как, в каждом сборнике что собирают? Нет, ну, да, вообще, пираты делают свои вещи. Как бы. И, слава богу. У тебя 7 альбомов. Это 7 номерных альбомов? Это, или, ну, это альбомы, которые изданы официально, да? То есть, как, есть да, компании, это... с которыми был когда-то договор, они да, тебе да, говорят, что... Продается твой диск там буквально совсем чуть-чуть, поэтому они выплачивают деньги не готовы. То есть все нормально, как обычно? Ну да, конечно. Конечно. Конечно, нет. Пока звездой не станешь, мега-звездой, поэтому как бы отдаешь в качестве рекламы, и с удовольствием как бы берут.
Ну а как иначе? Держать свои песни в подполье, это же невыгодно. Как бы, Согласен, Стараясь как бы в народ все. И это правильно. От народа же ведь есть отклик, правильно? Да, да. И опять любовная история. Будет все для тебя? Будет все для тебя. Нет у меня на земле ничего, чтобы я так любил. Нет у меня на земле никого, кем бы я так дорожил. Первый луч солнца на землю упал и осветил тебя. Эту любовь я так долго искал и посвящаю себя. Будет все для тебя в этой жизни, любимая. Будет все для тебя, ты мне милая, верь. Только ты не разбей мое сердце ранимое. Я навеки твой нежный и ласковый зверь. Я улетаю с тобой к небесам и возвращаюсь вновь. Как это вышло, не знаю я сам. Крыльями стала любовь. Буду молиться я Богу в ночи, чтоб не расстаться нам. И чтобы теплилось пламя свечи, душу порву пополам. Будет все для тебя в этой жизни, любимая. Будет все для тебя, ты мне милая, верь. Только ты не разбей мое сердце ранимое. Я навеки твой нежный и ласковый зверь. Только ты не разбей мое сердце ранимое. Я навеки твой нежный и ласковый зверь. Будет все для тебя в этой жизни, любимая. Будет все для тебя, ты мне милая, верь. Только ты не разбей мое сердце ранимое. Я навеки твой нежный и ласковый зверь. Только ты не разбей мое сердце ранимое. Я навеки твой нежный и ласковый зверь. Я навеки твой нежный и ласковый зверь. Опа! Друзья, продолжим программу. Сергей Ноябрьский у нас в гостях, к нам приехал, так называется наша передача. Скажи, пожалуйста, все песни, которые ты пишешь, это песни, написанные тобой, и вот музыка. Ты уже упомянул о том, что работаешь с поэтами, музыка всегда твоя, ты сам делаешь? Не всегда музыка моя. Не всегда? Но в основном, да, моя музыка. Как бы. Моя и вот Андрей, он мне помогает. А, то есть у вас такой творческий тандем? Да. Уже много лет, уже на протяжении 10 лет он является, я говорю, аранжировщиком, и он и корректор мой замечательно где-то корректирует. Uh-huh. Потому что музыкально образованный человек в нашем ансамбле, как бы, он нужен. Да нет, тандем вообще вещь замечательная. Да. Тем более, поэтому я не скрываю, что как бы, ну, некоторые вещи я, может быть, и... А как получается-то? То есть ты приходишь и что-то такое пытаешься объяснить, а Андрей уже подходит? Да, конечно. Да? Он мне говорит, что так не делается. Ага. Да. Потом мы все-таки приходим к общему знаменателю, и получается песня. Но без схваток, так, без взаимных упреков? В основном с распитием, с распитием спиртных напитков. Слушай, ну так же, потому что рождается истина.
Ну да. С мировым, так, огурчик, помидорчик, там водочки, и начинаются дебаты. У меня есть один товарищ, он точно, у них похожая схема рождения песен. Вот. По-моему, у всех похоже. Да. Да, и он здесь как-то позвонил и так, с таким суровым, мрачным голосом сказал: «Песню пока не пишу». Пытаюсь, значит, вырваться на обычный, на, к обычному образу жизни, перейти хотя бы, пишется, да? Хотя бы на время. Скажи, пожалуйста, вот песни, которые уже прозвучали, и песни, которые сейчас будут звучать, там, «Загуляем». Нет, это... песня будет сейчас «Я люблю эту женщину». «Я люблю эту женщину», да. Я запутался. Угу. Скажи, пожалуйста, это фрагменты альбомов уже, уже сложившихся, уже знакомых. Это с разных альбомов песни, да? С разных альбомов. Я про это и говорю. Когда ты показываешь... То есть новинок еще не было? Это все новинки... получается... Ну, они все новинки для нас, для телеканала «Ля Минор». Да, да, да. Получается, те песни, они трехлетней давности. Угу. Где-то потом двух. И вот сейчас вот буквально новая песня «Я люблю эту женщину». Буквально недавно записана. Угу. Вот. Чьи стихи? Стихи, музыка моя. То есть фрагмент личных переживаний Сергея Ноябрьского. Тебе одной тебе нужен, я опьянен тобой, я околдован взглядом, я так хочу, чтоб ты была со мною рядом, я так хочу, чтоб ты была со мною рядом. Женщину, как не любит никто, я люблю эту женщину и не знаю за что. Я люблю эту женщину, я скучаю по ней, я люблю эту женщину с каждым днем все сильней. Любимая моя, навеки я с тобой, ты Богом мне дана, ты послана судьбой. Тебя одну люблю, тобой я восхищаюсь, и знаешь, я тебя за все благодарю. Женщину, как не любит никто, я люблю эту женщину и не знаю за что. Я люблю эту женщину, я скучаю по ней, я люблю эту женщину с каждым днем все сильней.
Сергей Ноябрьский у нас в гостях, в программе «К нам приехал». Сереж, скажи, пожалуйста, почему ты вообще запел? Ну, как это случается в жизни? Ты знаешь, у меня недавно был разговор с одним моим старым приятелем, и я, желая его подковырнуть, я его спросил, как ты попал в искусство вообще? Я говорю, что, сначала была скрипка, хор мальчиков? И вдруг он мне говорит, да. Ну, так случилось, что мой товарищ действительно пел когда-то в хоре имени Попова. Вот, как в твоем случае, почему вдруг запел? Богом дано. Образование? Образование высшее, но не музыкальное. Я занимался вокалом после того, как с 30 лет занимался профессиональным вокалом у репетиторов. До этого бардовские песни, фестивали, институт. Девчонки? Девчонки, да, как Жванецкий скажет. Институт, школа, суд, консерватория, тюрьма. Может быть, что-нибудь с консерваторией поменять? Это шутка, да. Нет, дело в том, что это... Вот как бы начал писать и... Ну, а в каком возрасте начал писать? Серьезно начал относиться после 33 лет. Uh-huh. Как только с Розенбаумом встретился, в 33 года мне было, и Александр Яковлевич мне как бы говорит, да тебе надо петь, и давайте вперед. Uh-huh. Вот. И как бы вот в этом плане начал... А что значит встретился с Александром Розенбаумом? Был период, вот я же говорю, что почему я начал заниматься, потому что хотел услышать слово как бы от нашего вот отца, вот, русского шансона, потому что как бы авторитет у каждого есть. В то время был авторитет Розенбаум, да? Да, но мне еще... кажется, что и сейчас. И сейчас, да. Ну и вот в Санкт-Петербурге у меня была с ним встреча, и вот он мне говорит, тебе надо петь. И на каждом, как бы, вот, мы встречаемся, на концертах встречаемся с ним. Ну, хорошее такое благословение, в общем. Ну, да, как бы вот. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, алло. Алло. Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте. Как зовут вас? Меня зовут Анатолий. Анатолий, откуда вы? Меня зовут Анатолий, я из города Абакана. Очень приятно. Анатолий, Сергей Ноябрьский, ваши вопросы. Такой, да я вот, в общем-то, очень хорошие песни поет Сергей Ноябрьский, такие лирические, очень легко ложатся на душу. Я хотел бы узнать вообще, как вот он пришел в музыку, с чего начал заниматься, вот, в застольные времена, как вообще вот. Я уже говорил об этом. Да? Ясно. Да. Спасибо большое, Анатолий. Заказывайте песни Сергея Ноябрьского в программах «Любимые песни». Я думаю, они там скоро окажутся. Ну, мы, честно говоря, просто только что, пока вы, наверное, ждали выхода в эфир, Сергей говорил примерно об этом. Следующая песня. «Загуляем до утра». Автор и композитор. То есть Андрей автор, Кошкин. То есть композитору ближе вот эти вот «Загуляем до утра»? Дело в том, что я когда пришел на студию, это он песню писал вообще про другому человеку. Uh-huh. Я услышал, я говорю, у меня же есть песня «Загуляла женщина» в одиночестве. А тут «Загуляем до утра» все вместе. Я говорю, давай объединим. Он говорит, да нет есть... проблем. Призыв, как Гальцев сказал. И все, и песня моя. Поехали. Ну, давайте смотреть результат вот этого. Да. Загуляла вся столица в кабаках ночных. Я свободен, словно птица, будем петь и веселиться, чтобы вмиг освободиться от забот своих. Опа! Загуляем до утра, отдохнуть от дел пора, до краев бармен налей для моих друзей. Загуляем до утра, выпьем горькую до дна, чтоб хотелось и моглось, чтобы все сбылось. У кого-то день рождения, кто-то квасит с воскресенья, я же просто отдыхаю от своих забот. Слышен стук бокалов звонкий, и красивые девчонки нас невольно вовлекают в дружный хоровод. Оп! Загуляем до утра, отдохнуть от дел пора, до краев бармен.
чтоб хотелось и моглось, чтобы все сбылось. После бурного веселья будет утром без похмелья. Живы будем, нет сомнений, и еще споем. Загуляем до утра, отдохнуть от дел пора. До краев бармен налей для моих друзей. Загуляем до утра, выпьем горькую до дна. Чтоб хотелось и моглось, чтобы все сбылось. Опа! Загуляем до утра, отдохнуть от дел пора. До краев бармен налей для моих друзей. Загуляем до утра, выпьем горькую до дна. Чтоб хотелось и моглось, чтобы все сбылось. Оп, оп. Чтобы все сбылось. Эй! Друзья, продолжаем программу. Загульная песня от Сергея Ноябрьского. Сергей, скажи, пожалуйста, коллектив, с которым ты сегодня к нам приехал, это постоянная твоя группа? Да, или, да. Или есть еще расширенный состав? Нет, есть барабанщик ударный, есть басист, есть еще один клавишник, директор, звукорежиссер. Угу. Ну, то есть такая серьезная достаточно организация. Ну, да, да, да. То есть одним мини-диском уже не пройдешь. Флешкой не отделаешься. Скажи, пожалуйста. Да интереснее живем, как бы работать-то. А удается? Конечно. Даже поверх, когда минусовки играешь, все равно энергетика совершенно другая. Я только рад. Да. На самом деле, знаешь, я тут прочитал, у меня есть один товарищ, он такой руководитель крупного холдинга медийного, и он здесь опубликовал там в одной соцсети опубликовал такую мысль. Значит, за исполнение под фонограмму надо расплачиваться ксерокопированными деньгами. Да-да-да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Как зовут вас и откуда позвонили? Меня зовут Валентина, я из города Рязани. Очень приятно, Валентина. Сергей Ноябрьский. Я смотрю сейчас «Ля минор», мне очень понравился голос Сергея. Просто замечательно. Я слышу его впервые, но мне очень все понравилось. Замечательные песни. Спасибо. А голос – это просто чудо, Сергей. Я желаю вам удачи. Я желаю, чтобы у вас в жизни все сложилось. Я хотела бы задать вам вопрос. А из какого вы города, Сергей? Где вы живете? Я сейчас живу в Москве, а родился в городе Новосибирске. И около 6 лет прожил вот в Ноябрьске. Потом уже как бы... Ответил на вопрос. Сибирь, спасибо Сибирь, большое. Да. Спасибо вам за вопрос. Спасибо за теплые слова в адрес нашего гостя. Заказывайте в программе «Любимые песни». Я надеюсь, скоро там появятся песни Сергея Ноябрьского. Ну, в общем, это из серии «Понаехали тут». Ну, я не веду. Высоцкий. Стихи. Совершенно случайно познакомился с поэтом. Мне очень понравился. И когда я написал на эти стихи музыку и показал поэту, он говорит, я никогда не думал, что на мои стихи будет положена музыка. И в то время, значит, это было где-то полгода назад, наверное, да? Не, больше, наверное. Хотелось как бы почтить память хорошего поэта, актера, хорошего мужика Высоцкого Владимира. Знаешь, несколько лет назад, я не знаю, он был издан или его просто дарили этот диск, он назывался «Венок признаний поэту». Песни, посвященные Высоцкому. Я пел на концертах песни, одну, там, две песни Высоцкого, Есенина пою на концертах. Но вот именно посвящение вот мне не хватало. Как бы я когда прочитал, я вот рад. Сергей Ноябрьский у нас в гостях, песня «Высоцкий». Камнепадом охрипшего горла, не жалея ни связок, ни сил, он будил обывателей города,
и с улыбкой в запой уходил. Подтяните колки настроения и дожуйте скорей бутерброд. Просыпалась страны население, превращаясь под песню в народ. Струны с болью врезаются в пальцы, голос душу изнанкою рвет. Это вам не романс от Вяльцевой, это парень с Таганки поет. Это парень с Таганки поет. Так и жили, и пели, и пили, согреваясь на кухне молвой. Потихоньку друзей хоронили и гордились великой страной. Все ушло и под солнце фанерное, безголосый актер нам поет. А мне помнится кровное нервное и ночами уснуть не дает. Струны с болью врезаются в пальцы, голос душу изнанкою рвет. Может, нужно совсем по-другому о Володе Высоцком пропеть, но комок, подступающий горло, не дает под лицом умереть. Камнепадом охрипшего горла, не жалея ни связок, ни сил, он будил обывателей города и с улыбкой в запой уходил. Струны с болью врезаются в пальцы, голос душу изнанкою рвет. Это вам не романс от Вяльцевой, это парень в Таганке. Струны с болью врезаются в пальцы, голос душу изнанкою рвет. Сереж, и поэту отдельно за песню, ты знаешь, прям гвоздиком в мозг вбилась фраза. Иначе нельзя было. Нет, в мозг вбила, прям гвоздиком вошла фраза: население под песню становится народом. Ну, вот, да, да. Как-то так, очень, очень сильная вещь. Слушай, а кто автор? Григорий Федоров такой замечательный, он практически нигде не появляется. Я его зову, говорю, давайте это, ну, почитайте свои стихи. Он говорит: Сереж, я уже старый человек. Я очень рад, что он меня встретил. Я говорю, я очень рад, что я вас встретил. Вот. Он мне подарил 10, около 10-12 стихов. Вот я сейчас над ними работаю. Угу. И вот одна из песен, вот Высоцкий. Хорошая. Ты знаешь, что, ну вот, как песня посвящения, такая честная. Да, да. Вот честная, клевая. Да. 617-95-55, код Москвы 4-5. Любые вопросы Сергею Ноябрьскому, который у нас в гостях. Сереж, скажи, пожалуйста, какую песню ты считаешь своей визитной карточкой? Ну, а либо я, по какой... я не могу считать, да? Считает народ. Ну хорошо, какую песню народ считает визитной карточкой? Народ считает несколько песен. «Загуляла женщина», угу, которая сейчас прозвучит. «Бокал хрустальный», самая первая песня. Вот из этого вот. Угу. А, из того альбома? Да, из 97-го. Из тех еще? Да, да. Она единственная песня, которая не блатная была в этом альбоме, она как бы и пошла в народ. Угу. Почему-то. Все остальные как бы так вот там... Странно, правда? Ну, так получилось. Но я сегодня петь не буду. Она как бы... Это, я отобрал такие уж современные. Современные лирические? Новые хотелось бы, да. Потому что эфир у нас как бы часовой, и все песни не споешь. Ну, не успеешь. Ну, да. Ну, хочется. Я специально спрашивал Сергея, друзья, о визитной карточке, потому что мне кажется, что эта песня... как раз вот для многих, я думаю, что сейчас наши телезрители, услышав эту песню, для себя соотнесут образ Сергея Ноябрьского на видео и свои ощущения от прослушивания этой песни, ну так, по радио или еще где-то. Да, буквально 4 строчки, да, перед песней.
буквально недавно написаны. Я всегда говорю, дорогие женщины, если вы вдруг загуляете, то не забывайте, что вас ждут дома пушистые мужчины. Вот, милые и добрые. Вот. А 4 строчки буквально перед песней. Ой, да болит сердечко, русая коса, мается, ломается, хочет мужика. Только русской женщине любить, терпеть и ждать. Да подушку слезную ночью обнимать. Эх! Эх! Загуляла женщина. Вы ее не судите строго, грех такой можно замолить. Воронье каркнет у порога, век земной хочется любить. Опа! Загуляла женщина, загуляла сладкая, не вдова, не венчана, заиграла кровь. Загуляла в 30 лет вовсе не украдкою, загуляла милая, к ней пришла любовь. Загуляла женщина, загуляла сладкая, не вдова, не венчана, заиграла кровь. Загуляла в 30 лет вовсе не украдкою, загуляла милая, к ней пришла любовь. Загуляла женщина. Надо жить, хватит ждать пустую, нет вдали алых парусов. А губить красоту такую, как костер, сделать из цветов. Загуляла женщина, загуляла сладкая, не вдова, не венчана, заиграла кровь. Загуляла в 30 лет вовсе не украдкою, загуляла милая, к ней пришла любовь. Загуляла женщина, загуляла сладкая, не вдова, не венчана, заиграла кровь. Загуляла в 30 лет вовсе не украдкою, загуляла милая, к ней пришла любовь. Сладкая, не вдова, не венчана, заиграла кровь. Загуляла в 30 лет вовсе не украдкою, загуляла милая, к ней пришла любовь. Загуляла женщина, загуляла сладкая, не вдова, не венчана, заиграла кровь. Загуляла в 40 лет вовсе не украдкою, загуляла милая, к ней пришла любовь. Сергей Ноябрьский у нас в гостях. Сереж, скажи, пожалуйста, как ты видишь свою задачу, выходя к публике на сцену? Что должна, вот, как ты должен почувствовать, что концерт складывается? Или там, например, если это небольшое выступление, что оно удалось? Вот для того, чтобы понять, что, как ты, на что ты смотришь? Я не смотрю, я просто делаю. Ну, пою, это, делаю. Я, ну, не, я смотрю, смотрит на меня хорошо. Публика. Если бурные аплодисменты или просят браво, там, то, конечно, удался, да, удалась песня, удался концерт. Если еще там просят, конечно. Чувствуешь и новые песни как бы отрабатываешь на концертах именно. Сереж, да. Редакторы наши, девчонки, говорят, что «Целует осень» вряд ли войдет. А вот из следующих выбирай песню.
Желательно вот целую осень давайте мы заставим. Да, потому что давайте оставим. Именно самая как бы из всех песен, она как будто она вот ближе. Угу. Тогда так. не буду вам мешать. Целует осень на прощание, рябину в алые уста. Зачем давал я обещание, когда душа была пуста? Зачем дарил слова горячие? А я под сердцем стылый лед. Любовь бывает и незрячую, когда в душе весна поет. Когда в душе весна поет. Все позабыл, сломал черемуху, уехал, слова не сказал. Зачем же было по-плохому так? Я к любви твоей бежал. Друзьям на это не посетовать, не рассказать кому-нибудь, чтобы любовь чужую, светлую, своим обманом не спугнуть, своим обманом не спугнуть. Целует осень на прощание, рябину в алые уста. Зачем давал я обещания, когда душа была пуста? Зачем дарил слова горячие? Да я под сердцем стылый лед. Любовь бывает и незрячую, когда в душе весна поет. Когда в душе весна поет. Продолжаем программу. Сереж, времени остается решительно мало. Я всегда... Ложишься? Посмотри, пожалуйста, да, на время сколько. Она вживую будет. Тогда я не буду мешаться. Друзья, Сергей Ноябрьский у нас в гостях. Смотрите повторы программы, заказывайте песни в любимых песнях. Мы рады, если наш сегодняшний гость приглянулся нашим телезрителям. Я всегда... Правильно видел? Да. Поехали. Thank you.
всегда ненавидел быть перед кем-то в долгу и менять свою совесть на грязные деньги. Я задыхался в больничной палате, был я никто. И в больное нутро мне дышали собаки. Я не менял друзей, но чаще получалось так. Я оставался лишним и бездомным, глушил свою тоску водярой просто так. Не разбираясь, кто был прав, а кто был в доле. И пусть опухли глаза от бессонных ночей, я проводил с тобой время. Я проводил с тобой время, но чаще смотрел на дверь. И пусть опухли глаза от бессонных ночей, я проводил с тобой время. Я проводил с тобой время, ты была ничьей. Я всегда ненавидел за спиной подлецов. Они всегда в глаза мне улыбались. Я всегда оставался самим собой и себя подставлял, не думая, что это опасность. Ночная мгла, луны, холодный свет. В моих глазах морщины ставят боль, и пот со лба стечет и станет соль. Но этой бессонной ночью хочу быть с тобой. Но этой бессонной ночью хочу быть с тобой. И пусть опухли глаза от бессонных ночей, я проводил с тобой время. Я проводил с тобой время. Я проводил с тобой время, ты была ничьей. И пусть опухли глаза от бессонных ночей, я проводил с тобой время. Я проводил с тобой время. Ты была моей. Друзья, на этом программа уже все практически закончилась. Сергей Ноябрьский, существует сайт, есть альбомы, смотрите, интересуйтесь. Мне кажется, что вот судя по тем звонкам, которые были, то, что мы сегодня здесь сделали, людям понравилось. Дай бог тебе удачи, дай бог вам хорошего такого творческого движения дальше, и Дарье, и Андрею, и вашему барабанщику, которого сегодня нет. В общем, барабаны не влезли. Да, удачи и счастливо. Это был спасибо, Сергей Ноябрьский.